Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Change.org. Мы подошли непосредственно к процессу создания петиции, но сначала логично выяснить, есть ли уже подобная петиция на Change.org. Рассмотрим какую-то гипотетическую ситуацию, например, платные парковки в Москве. Меня, кстати, эта тема реально волнует. Поиск тут удобный и интеллектуальный, то есть ищет не прямое соответствие, а по смыслу. Так, по парковкам нашлось 365 результатов. Наверное, нужно уточнить запрос, ограничим его платными парковками. А вот, 69. Мы узнаем, что платные парковки есть уже в Белгороде и Курске. Очень мило. И вот петиция 2017 года. Она собрала 17 тысяч подписей, но закрыта. Так, давайте сначала выясним, что делать в такой ситуации, если петиция была, но закрыта. Вова, интересный вопрос. На самом деле, в этом случае просто создайте свою петицию и сделайте все, чтобы именно ваш голос был услышан. Наверное, стоит уточнить, что если петиция закрыта, то это значит, что автор посчитал, что тема больше не актуальна или по другим причинам решил перестать работать с петицией. Значит, по этому поводу волноваться не следует. Создавать петиции можно в любом случае. Ну и в целом, что, Лена, ты можешь посоветовать авторам петиции? Какие-то прям вот общие советы? Конечно, Вов. Итак, с чего начать? Парадоксально, но лучше всего сперва спросить себя, чего именно вы хотите добиться? Какое изменение будет для вас означать победу? Дело в том, что если над этим не задуматься сразу, то вы рискуете поставить перед собой слишком широкую и нереалистичную цель. Скорее всего, без четкого плана вы быстро потеряете энтузиазм, и мало кто захочет поддержать вашу компанию. Возьмем в качестве примера петицию с оснащением светофоров звуковыми сигналами для незрячих людей, про которую мы говорили в прошлом видео. Теперь представьте петицию на тему «Сделать инфраструктуру полностью доступной для незрячих по всей России». Как именно этого достичь? С чего начать? С транспорта, переходов, госучреждений? Такая петиция вряд ли сыщет необходимую поддержку и сумеет изменить хоть что-то. Кирилл же в своей петиции поставил перед собой очень четкую задачу. Да, светофоры оснастили пока лишь в одном районе, но на примере своей петиции Кирилл широко рассказал, с какими проблемами сталкиваются незрячие люди. Все, значит, приступаем к созданию петиции по ограничению платных парковок. Промахнуться мимо кнопки «Создать петицию» невозможно, тем более, что их тут две. Для того, чтобы создать петицию, вам нужно быть зарегистрированными на платформе, поэтому сразу войдем в аккаунт. Кстати, интересно, есть ли у Change.org какие-то алгоритмы борьбы с накруткой голосов? Ведь создать сотни, а то и тысячи аккаунтов с липовыми email-адресами, в общем-то, несложно. Да, Вова, это очень важный момент. Мы, как глобальная компания, очень серьезно относимся к вопросу верификации подписей и защите сайта от накруток. И мы уверенно говорим, что за каждой подписью на Change.org стоит реальный человек. У нас сложная многоуровневая система проверки подписей. Они сканируются круглосуточно, после чего подозрительные подписи удаляются в течение 24-48 часов. Понятно. Кстати, в вашем аккаунте есть статистика по вашим петициям. У меня их пока нет, и потому что вы подписали. Одна петиция даже выиграла. Ну ладно. Переходим к созданию петиции. Первая тема. Если говорить про парковки, то даже непонятно, к чему это может относиться. Права человека, вероятно, но... В общем, давайте спросим. На что вообще влияет тема и что лучше выбрать? Не очень подходящую права человека или подходящую, но не информативную, другое. Я бы здесь, кстати, выбрала экономическую справедливость, потому что платные парковки в первую очередь ударяют по кошельку горожан. А вообще выбор темы важен для того, чтобы платформа могла рекомендовать вашу петицию тем пользователям, которые заинтересованы в похожих вопросах. То есть так проще найти сторонников. Дальше название петиции. Понятно, что это самое главное. И это даже не про созвучие букв, ласкающих ухо, а про суть кампании. В каком-то смысле про потенциальную возможность победы. Если мы говорим про парковки и называем петицию «Победить зло и уничтожить дьявола», понятно, что мы частично правы. Когда зло будет повержено, платных парковок не станет, палачи обнимутся с жертвами и ребенок протянет руку над гнездом аспида. Но удастся ли нам осуществить это, даже если петицию подпишет 5 миллионов человек? Более того, я не уверен, что даже при 10 миллионах подписей дьявола удастся победить. А вот ограничить зону платной парковки при 10 миллионах очень даже реально. Вообще есть какие-то общие рекомендации по названию петиции? Да, Вова, ты совершенно прав. Как мы уже говорили, очень важно, чтобы цель петиции была четкой и реалистичной. И как ты заметил, нужно, чтобы цель петиции отражалась в названии.
Ведь название – это первое, что увидят читатели. Если ты хочешь привлечь как можно больше людей к теме платных парковок, то лучше всего поместить требования петиции прямо в название. Например, нет расширению зоны платных парковок в Москве. Так люди сразу будут понимать, о чем тут речь. Теперь адресат. Это тот, кто может решить проблему. Об адресате мы будем говорить подробно и посвятим этому даже отдельное видео, а пока я укажу мэрию Москвы. Тут нет автозаполнения, но если адресат зарегистрирован в Change.org, как, например, Сбербанк, то система его посоветует. Мэрия Москвы не зарегистрирована, но в любом случае адресата вы можете потом изменить или добавить новых. И даже добавить при создании петиции их email-адреса, что бывает очень действенно, но об этом позже. А сейчас мы переходим к составлению текста петиции, и тут нам точно нужны разъяснения от Лены, что и как писать. Тут главное рассказать свою историю и чего вы хотите добиться. Смотри, Вова, об одной и той же проблеме можно рассказать сухим текстом из цифр и фактов, или же представить ту же информацию через личную историю. По нашему опыту, именно второй вариант лучше мотивирует людей к действию. Читатели с большим энтузиазмом поддержат петицию, если вы расскажете, почему для вас это важно. Расскажите о проблеме, которую вы хотите решить. Что она значит для вас, вашей семьи и сообщества, и как изменится ваша жизнь, если вопрос разрешится. И вот еще несколько советов для написания текста. Петиция – это неформальное обращение, поэтому пишите просто, избегайте сложных терминов и аббревиатур, доходчиво объясните суть вопроса. Помните, что большинство читателей ничего не знает про вашу проблему. Не давайте слишком много деталей. Лучше всего работают короткие тексты. По нашей статистике около 1000 символов или 4-6 абзацев. Добавьте пару цифр или фактов, чтобы проиллюстрировать проблему, но не слишком много. Если есть какая-то срочность по вашему вопросу, укажите ее. Дедлайн всегда мобилизирует людей на поддержку петиции. Хорошо, не буду показывать текст, который написал лично я. Это долго, хотя текст получился изумительным. И даже жаль, что его никто не увидит. А мы переходим к последнему пункту – добавлению фото. Лично я привык относиться к жизни с юмором, это еще Гесса советовал в «Степном волке». И я сделал вот такую фотку. Мне кажется, она должна сработать. Лена, как тебе? Интересное фото. Оно хорошего качества и без текста на нем, что очень здорово. Но, на мой взгляд, из него не очень понятна суть петиции. Лучше выбрать что-то более однозначное. Ну и все, последний шаг – это опубликовать петицию. Но на самом деле это первый шаг, поскольку после публикации и начинается все самое интересное.